Всем привет, и сегодня в этом видео я хочу вам показать, как проходит мой вечер, а точнее, как я делаю уроки. Сначала я создаю в комнате уютную атмосферу, включаю все свои гирлянды, светильники. Также я очень люблю зажигать ароматические свечки, у меня их довольно много. Сегодня я выбрала с ароматом клубники и имбирного пряника. И еще у меня есть вот такое аромамасло с запахом манго. Наливаю аромамасло в подсвечник и ставлю туда обычную свечку без запаха. Она нагреет масло и будет очень приятный аромат. Обычно я записываю все домашнее задание, которое мне нужно сделать, либо в заметке на телефоне, либо на бумаге. Мне так намного проще и удобнее. Достаю нужные учебники, тетради и наливаю себе стакан воды. Ну и приступаю к выполнению самого домашнего задания. Всем спасибо за просмотр, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и до скорых встреч!